Брашку ставили сами. Да ты че? Да, здесь алкашку вообще страшно покупать. Много там всякого такого проплывало. Говорили, что вообще, типа, якобы 8 февраля будем стволы ставить. Ну, типа, разгружат нас в Луганске там, ой, да, в Луганске. Типа, там неделю побудем и все. Мы должны в городах там стоять, порядки там наводить. А мы, блядь, за место пехоты здесь ебашим. Угу. Туда вот кировчане к нам заехали, ну, чуть-чуть от нас. Они посмотрели, что тут. Они просто вот 2 часа лежали, не вставали. Мы-то уже, как бы, грубо говоря, похер. А, наши, блин. Ну, как-то так. Чмошеньки. Да, они себе звездочек уже понаклеили, кто был капитаном, уже майором, кто был майором, уже там полканом и тому подобное. За счет нас выкусывают. Ну, за счет нас они получают звездочки. А мы как пушечное мясо. Не хочешь идти дезертир? Посадим нахуй. Вариантов нет, короче, поджарить со всех сторон. Ну да, по факту думаю, чтобы вообще по идее как-то закосить, тут только... 2 варианта. Это тяжелый 300-й там, без ноги, без руки. Или 200-й. Так а в госпитале, ты понимаешь, там столько народу, там еще ты попробуй пробраться, чтобы тебя смотрели. Не успевает? Да, конечно, еще. Там первых осматривают, это у кого черепово-мозговая. Ну, допустим, осколок в голову прилетел. Те мозги там висят, торчат. Таких сразу без очереди. А если у тебя там осколок в руке торчит, или бляшки там, или полпятки, это похуй, сиди, ты не можешь посидеть там. И там так оно же пойдет заражение, а потом ногу отрезать придется. Так, кто так и делает? Не успели, а нахуй отхуярили, зашили, все.